Мои хорошие, с вами Светлана Ата и Эндер Ата. Мы идем погулять. Знаете, скоро будет у нас фестиваль цитрусовый. И идет подготовка. Я покажу, как они, что они делают. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Друзья мои, посмотрите набережную. Постепенно и людей становится мало. Не знаю почему, погода хорошая, но что-то вот малое. Может, попозже чуть-чуть, сейчас 5 часов вечера, может, и в этом причина. Вот такая вот набережная, а мы идем, где подготавливают потихонечку к цитрусовому фестивалю. Это большое событие в истории Мерсина. Вот Мерсин. Красивый мой Мерсин. И мой Аським. Ашким, поздоровайся. Привет, скажи. Ну что, пошли мы дальше. Вот посмотрите, пожалуйста, мои хорошие, вот такие сооружения, и они потом будут наполнять их цитрусами. Вот. До 1 числа время есть, 1 ноября. Так что вот они постепенно делают. Я вам покажу, вон там впереди уже они наполнили цитрусами. Колонны, вы видите колонны? Вот так вот они наполняют апельсинами, вашингтонами, всем, что хотите. Вот там дальше самолетик. Сейчас подойдем к нему. Вы видите домик такой? И вертолет, рыбка. Вы представляете, сколько килограммов понадобилось, чтобы все заполнить сооружение? Пустые ящики. Вот такая вот красота. Сейчас я вам покажу. Вот еще вот здесь, вот видите, там дальше. Вот. Вот это вот все цитрусовые. Очень красивый праздник будет, обязательно я сниму его попозже вам и покажу, мои хорошие. Вот наш мир. А это вот пустое сооружение будет его наполнять. Тут что-то пахнет дело керосина. Наверное, не разделили территорию. Подойду поближе, если их не напугаю. Здесь так много кошечек, здесь рыбка, и они поэтому, и рыбаков много, рыбка видно сегодня очень много. И главное, знаете, смешно, не двигаются, он не смотрит на него, а только рычит. А, Сен-Билерсон? За территорию борьба. Друзья, давайте жить мирно. Давайте жить мирно. Сейчас кто первым? Так медленно, медленно. Вы слышите? Ну ладно, пошли мы дальше. А это вертолет. Представляете, потом это все будут они, как парад будет. Все будет двигаться. Не знаю как, но, по-моему, на машину будут они, на грузовики это все складывать. Вот видите, как они... Ашкин, бу... Бу парту... Портокалдиль. Небу. А, и лимоны, посмотрите. Какой вертолет военный. Вашингтон Дилю. Грейпфрут, грейпфрут. Это грейпфрут, ага. Грейпфрут. Режим Чингюзель. Для диеты хороший очень. Еще вот такой вот, видите, тут это... ящики и... Нормально, я пью. И все это они потом заполнят.
И охрана, естественно, видите, охрана. Девочка, охрана. Охраняют, потому что много желающих это все забрать. Вот видите, впереди тоже. Подойдем поближе, но сейчас хочу вам показать нашу красивую площадь. Галатасарай называется, друзья мои. Вот именно я вам рассказывала, но видно было это вечернее время в одном видео. Показывала, что это площадь Галатасарай. То есть, и вы сами знаете, что турецкие футбольные команды Галатасарай, Бешикташ. Бешикташ там дальше. И вот для, у каждой есть своя площадь. И кто победит после победы, все фанаты приходят на эту площадь и устраивают здесь салюты, фейерверки. Ну, некоторые тоже и радуются, и пьют. Как может, каждый проводит здесь время. Вот такая вот большая площадь, посмотрите. Людей потихоньку-потихоньку прибавляется. Вот там тоже будут здесь. Вот так вот мальчик, девочка целуются, обнимаются. Вы не думайте, в Турции все это можно делать. Можно целоваться и вот кругом влюбленные сидят. Так что Турция европейская страна, друзья мои. Здесь нет таких страшных, как говорится, мифов о том, что тут только все закрытые. Ну вот. Подойду поближе, покажу вам. Ну, а вот дракончик. Потом его, наверное, соберут. Но мне кажется, что потом это все поставят на грузовик какой-то. И вот таким образом покажут людям. Ну, а потом эти фрукты цитрусовые, то есть, раздадут людям. Раньше пользовались апельсины, а сейчас видно, это невыгодно очень, как говорится, заорал такой, поэтому грейпфрукты используют. Кстати, мне тоже надо купить и сделать себе коктейль. Это очень полезный цитрус для похудения. Вот мы одела ботасы, потому что очень много ходим, гуляем. Аж кем фотографировался. Друзья мои хорошие. Вот такой мерсин. Смотрите, мои хорошие, мы сейчас вернулись, и вот как красиво вот здесь вот. Отсюда красота вся видна, там было сплошное фрукты. Посмотрите. Такая вот колонна, вот посмотрите, ну это искусственная, не историческая. Вот эти колонны вот так разрисовали. И вот мартышки сделали. Все загорожено, людей не пускают, потому что идут еще работы. Ну что, посмотрите, какой классный паровозик. Какие молодцы, посмотрите. Как классно сделали. Готовимся к параду, к празднику, фестивалю цитрусов. Посмотрите, мои хорошие, на этого осьминожку. Правда, здорово? Потихоньку-потихоньку готовятся. Вечерний мерси. Очень оригинально. Море сегодня беспокойное. Вот такие волны. В Грузии, блин, когда шторм, затапливают все прибрежную набережную, все. А здесь вот из-за того, что море мелкое, и средиземное, а не черное. Вот предел. Послушайте шум волн.
Расслабьтесь, получите релакс. Побудьте вместе со мной на море.